have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Итак, если верить нашему помощнику, нашей подсказочке, у нас зачищено 40% ачивок. Это у нас локация с тремя воспоминаниями, которые, естественно, я очень постараюсь найти, потому что хочется. Вот. Ну и также... О, не туда. Не будем отвлекаться сильно от сюжета, потому что он здесь пока что очень обалденный, и он мне здесь нравится. Я говорю пока что, но на самом деле я очень сомневаюсь, что что-то его испортит. Только посмотри на все эти яйца зурков. Они еще нас... Они же нас сожрут. Нет, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Вот, возьми этот значок. Папа его узнает. Он поймет, что ты друг. Ага. Новый предмет. Значок аутсайдера. Ну вот, теперь я стал полноценным аутсайдером. Я открою тебе дверь. Стой, погоди. Кажется, этот прячется где-то здесь. Мы должны его найти. Да это я понимаю. А инвентарь в... Нет, это... А... Я же получил... Я не могу про этот значок спросить у своего робота. Ну, дружище, так себе котика подставлять. С другой стороны, я понимаю, что они тебя реально сожрут, но... За что ты котика подставляешь? Блин, еще и запер меня тут. Ладно, допустим. Я буду очень рад получить пушку от зурков. Потому что, ну, достали уже твари. Прям... Тут прям неуютно. Вот описание слова... Под описанием слова неуютно можно ставить картинку этой локации. Воспоминания. Они вот такими синенькими звездочками обозначаются. Я теперь это уже более-менее осознал. Смотри, какая огромная стена. Я помню, это был символ, отделяющий жителей трущоб от жителей Мидтауна. И это, и тот факт, что они продолжали бросать сюда свой мусор. Это ужасно. Может быть, именно поэтому у них ничего не получилось. Вот, видите, оно типа не на главном пути следования. Мне туда. А для того, чтобы получить воспоминания, нужно было вернуться. Хорошо, смотрим на вот такие вот синенькие звездочки. Пытаемся, по крайней мере. Клетка, переноска. Возможно, в таких переносках когда-то таскали твоих предков, котик. Так, осторожно, осторожно. Идем, осторожно идем. Тупик. Тупик в эволюции, в развитии. Ну, то есть я туда спущусь, назад я уже не попаду. Видите, да? Надо еще желательно тут все осмотреть. Перед тем, как туда спускаться. Ну, в принципе, я тут больше ничего не вижу. Наверное, не будем тянуть кота. Блин, зурки. У нас побегушки от зурков. Нет, 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 нет. Оу! Моя камера туда не разворачивается, но мне кажется... Там было место, куда я мог пробежать. Я, конечно, возможно, сейчас фигней маюсь.
Оу-оу-оу-оу-оу! Свали от меня. Да, я фигней маюсь. Этого не надо было делать, нельзя было делать. Я просто боюсь, что я пропустил там поворот. Сейчас посмотрим, откуда я начну. Я думаю, погоня будет полностью заново. Да, погоня полностью заново. Место справа. Ой, справа, слева. Оп. Видите, там вроде как проход. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ходу. Все, до свидания. А, тут погоня продолжается, я просто дальше не пробежал. Это было место их размансить? Ху, сохранение. Ну, ладно. Я надеюсь, разработчики не сделают такое, что там что-то было. Это очень печально было бы. Я понимаю, мне нужно в другую сторону ее разогнуть, скорее всего. Угу. Еще и за два раза. Ну, в принципе, ладно. Нет! Нет! Свалите! Раздавлю всех! Отвалите от меня. Ты в порядке? Ничего себе падение. Долг должен быть где-то рядом. Осталось совсем немного. Ау. Я не могу, кстати, бегать. А, нет, нормально, расходились. Ему нужно дать время, я понял. Ему нужно просто дать время залезать рану. Это то, что у нас произошло в первой серии с вами, когда он упал. То есть он сам регенится потихонечку. Тут ничего нету. Потому что это выглядит так, как будто тут что-то есть. Я мог и отсюда забраться, но, в принципе, ладно. Оп. Есть. Оп. Есть. А, ну да. Так бы я не долетел. Ученый, на которого я раньше работал, всегда говорил, что после выхода на пенсию хочет жить в маленьком загородном доме и рыбачить целыми днями. Конечно, в городе это было бы невозможно, это никому не удавалось в течение как минимум 100 лет. А что если, когда доберемся до аутсайда, то найдем себе маленький дом с удочкой и кучей книг? Это то, чего так хотел ученый. Но сначала мы должны найти Дока. О, отлично, это следующее. Нам осталось еще одно воспоминание, хорошо. Давайте мы немножко почтим память этого человека. Я знаю, что это дроид, но они люди. Я здесь рыбачил. Он просто сидел, отдыхал. Возможно, его съели зурки, возможно, у него просто детали заржавели и не смог найти замену, но он остался здесь.
представляете, просто пришел порыбачить, закинул удочку и остался здесь. Вот такие сцены, такие места, они уникальны, они просто очень классные. Я обожаю эту игру. Она слишком хороша. Смотрите, там утонувший тук-тук. В принципе, то, что эти роботы мимикрируют поведение людей, и вы же понимаете, что в этой воде, в принципе, ничего быть не может. Я тут наверх никак не заберусь. Нет, ну и в принципе, ладно. Смотрите, дорожка. Я практически уверен, что здесь написано «Welcome». Надо будет, может, потом как-нибудь поискать подтверждение моим словам. Итак, нам сюда, скорее всего. Давайте, пожалуйста, без зурков. Сохранение прошло. Тут попить нельзя. Ага. Выберите предмет. Ясно. Сюда батарейку надо какую-то поставить. Электрический генератор. Ну, похоже, чтобы он взорвал, требуется еще какая-то часть. Которой у меня, естественно, нету. Ну, хорошо. Мы удачно нашли сразу место, которое нам нужно. Ну, относительно. Потому что все равно не хватает для его активации. Автомат торговый. Но я уверен, что он не рабочий. Все равно я подошел к нему проверить, такой, я уверен, что он не рабочий. Блин, а тут, а как бы наверх попасть? Или тут, не, тут, наверное, нельзя? Идем по проводу, то, что нам откроет провод. Пожалуйста, давайте без Зуркова, я хочу просто поисследовать этот красивый, классный мир. Серьезно, мне кажется, я понимаю, что игра была бы пустой, что ли, без соперника, без зурков. Но так хочется просто побыть здесь, просто посмотреть на этот мир, побыть в этом мире, чтобы никто не пытался сожрать и всякое такое. Вот кабель сюда проброшен. Вот я вижу. Бэйби зурк ту-ту-ту-ру-ту-ру, бэйби зурк. Ладно, все. Я знаю, что этим людей пытают, так что... А туда как попасть? Это же открытое окно, или мне кажется? Стойте. Вон, нет, кондиционер с шипами, значит, ну, шипы типа против голубей, значит, туда попасть нельзя. Хотя, если с крыши, если на крышу можно попасть. Ну, вон тот балкончик, который мне нужен. С него, ладно, пойдем внутрь. Мне кажется, туда можно попасть. Точно никак, не по трубам. Ладно, пойдем. Тут нечего почитать, это же мастерская, стол. Они прям в клетке, и нож. А это интересно.
Видите, сюда можно пройти, но нельзя перепрыгнуть. А, неужели он здесь живет? Подожди. Да? Эй! Погоди, ты не Зурк. Кто ты? На тебе мой значок. Откуда он у тебя? Тебя послал мой сын? Шеймус, мой умный мальчик. Я здесь один уже целую вечность. Пришел сюда, чтобы протестировать Дефлюкс. Но все пошло не по плану. Я... Как я хочу вернуться домой? Я очень скучаю по сыну. Если хочешь, можешь посмотреть дом, но я понятия не имею, как выбраться из этого места. Осмотреть дом. Ну, это явно то, что мне нужно, да? Вот это. Осторожнее с дефлюксором. При полном заряде он взрывает зурков, как конфетти. Так, а в смысле ты не знаешь, как выбраться отсюда, если у тебя есть взрывашка зурков? Для работы этой крошки требуется 1.21 гигаватт электричества. Единственный источник энергии, способный его создать, это генератор за домом. Проблема в том, что не запускается. Наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что все вокруг кишит зурками, выйти наружу, чтобы его починить, для меня слишком опасно. Не такой быстрый, как ты. Если доберешься до генератора и заменишь перехранитель, я могу перезарядить дефлюксор. Иди за мной, я покажу тебе деталь. Так, мы же только что ходили по улице, там нет никого. Не, я понимаю, что они могут набежать в любой момент. Я даже больше скажу. Скорее всего, когда я сейчас пойду это все ставить, то они набегут. Оп. Прикиньте, каждое такое место это какой-нибудь баф, который повышает скорость передвижения, потому что у тебя когти улучшают сцепление с дорогой. Короче, да. Воспоминания. Я видел людей в таких костюмах. Они были маленькими, постоянно бегали вокруг и шумели. О, да, теперь я вспомнил. Это были дети. С ними улицы казались гораздо более оживленными. Несмотря на трудности, которые они приносили, взрослые, казалось, их очень любили. Дог говорил, что скучает по Шеймусу. Это то же самое? Класс, мы тут все нашли. Супер. Так, тут я не пройду. Ну-ка, оп. Можно я случайно напишу программный код? У меня это раньше получалось. А куда? А, вот ты. Вот, держи предохранитель. Он совершенно новый. Генератор включается громко, так что жди зурков. Только починишь генератор, я смогу зарядить и запустить дефлюксор. А, как только починишь. Следуй за этим кабелем, замени предохранитель и возвращайся. Удачи. То есть пока что будет тихо, пока я туда доберусь, а назад придется драпать. Надо запомнить дорогу. Мне нужно будет пробежать по мосту. Налево. Вверх. Я могу сразу? Ну, могу и так. Сюда и сюда. Хорошо. Я вроде понял дорогу. Фух. Использовать. Ходу, ходу! Ходу! Да что ты еле... Анимация, пожалуйста, не надо! Фух, это получилось с первого раза. Фух,
Немножечко погрызли, но все же. Отлично, ты включил генератор. Видел, какая мощная штука этот дефлюксор. Он точно поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, я смогу установить дефлюксор на твой дрон. Да, пожалуйста. А как же с генератором, электричеством? А, вон его заряд будет, наверное, я понял. Сработало. Дефлюксор установлен на твоем модном дроне. Он не предназначен для работы от такого маленького источника питания. Если использовать его слишком часто, он может сломаться. Только помни, это не игрушка. А теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой, сын. Пошли. Только черт, ты пользуешься своим дефлюксором. А как мне его использовать? Использовать мне его как? Скажите, пожалуйста. Нужно помочь доктору вернуться с расчёпки. Теперь он сказал, дефлюксор. Я понял. Я понял. У него просто кулдаун, да? Чтобы мы могли... А почему я? Отлично работает, но я так и не под... Я, как я и подозревал, он может перегреться. Я понял. Если произойдет, дай ему немного остыть. Надеюсь, этого хватит, чтобы добраться до поселка. А почему ты свой не взял? Он у тебя только от генера работает. Взял бы с собой пару батареек. Теперь я понял, почему фонариком стрелять. Потому что это у нас будет не только стрелять, это у нас будет еще и дефлюксор. Короче, зуркопушка. Дефлюксор каждый раз произносить. Переключатель не работает. Похоже, электричество отключено. Да вот давай вот не это вот, а? И что ты от меня хочешь? Мы должны найти способ открыть эту дверь. Да? Ну, мне явно туда. Оно туда идет. А как я... А, я понял, как я. Окей. Да ну, блин, вот слушай. Ай. Куда мне ее откатить, чтобы она тебе не мешала? Вот сюда? Вот, все. Нормально, нормально, нормально. Все, поехали. По миллиметражу вообще все упрятывали. Запрыгни, пожалуйста. Спасибо. Погодите. Ходу? Хорошо. Чувака чуть не сожрали. Все. О, пойдем. О, пронесло, пошли домой. Если они могут есть металл, что...
Что им мешает прогрызть двери там или... Ну, хотя, возможно, им скорость поедания, они же его не сразу съели, они просто начали его разъедать потихоньку. Нажми дверь. Давай, го, я защищаю. Ты бы закрыл там тоже за собой дверь, а? Слушай. В общем, ультрафиолет, а не боец. Какие-то роботы-вампиры. Идем, идем, дружище. Он сейчас такой входит. Я такие, чего? Дверь закройте, пожалуйста. Опять же, как у них происходит понятие сын, отец, если они роботы? Ну ладно, допустим. Спасибо, что спас Дока, маленький друг. Приятно видеть, что Шеймус больше не одинок. Теперь мы знаем, что может дать отпор зуркам. Момо ждет тебя у канализации. Дока и Шеймус выглядят счастливыми. Кажется, мы с тобой сделали хорошее дело. Я практически уверен в этом. Канализация — это вот это место? Или... Бензу, мама ждет тебя на своей лодке. Ты можешь отправиться к нему, но сделали ты здесь все, что хотел. Потому что я закрою за тобой дверь. Не хочу, чтобы зурки проникли внутрь. Я понял, это небольшая такая подсказка. Если ты что-то еще хочешь сделать, сделай это сейчас. Но насколько я понимаю, у нас серым не выделены никакие воспоминания. Ну, светло-серым, значит... Мы уже сделали все, что могли сделать в этой зоне. Проверка данных готова. Угу, я понял. То есть все-таки мы дальше отправляемся с чистой совестью. Повреждение. Я думаю, что я здесь сделал все. Инвентарь у меня пустой, воспоминания я нашел все. Квесты я сделал здесь все. И музыкальный, и... У торговца я выкупил все. Все, что возможно сделать, я здесь, на мой взгляд, сделал. Поэтому... Давайте я на дорожку вот здесь вот отдохну сейчас. Немножко полежу рядом с музыкантом. Вспоминаем, как мы здесь лежали. Смотрите, у нее эти ноты повешены. Все 8 страничек, которые я нашел. Она повесила здесь у себя. Прикольно. Так, ну я думаю, мы со всеми поговорили. Все сделали. Да, да, думаю, я пошел. Спасибо, ребят, тут было классно. Видите, опа. И все. Все закрылось очень резко. Итак, это у нас какая локация и что нас тут ждет? А, это еще все она же. Хорошо. Оу, не туда, не туда. Туда. Поехали дальше. У Момо есть лодка. Привет, дружище. Так, сохранение прошло. Подожди, я хочу тут немножечко полазить, посмотреть... Мне кажется, тут не все так просто. Старая стиралка. Шкафчик. Ничего вроде я тут не могу сделать. А внутри... Такой знак с роботами. Старые жесткие.
Очень много жестких дисков старого масштаба. Ну, типа, если учитывая, что даже сейчас все используют SSD, то тут лежат столько винчестеров. Оп-оп-оп-оп, сюда. Опа! Не могу поверить, док, ты его нашел и заполучил дефлюксор с Балтазар. Теперь мы сможем отыскать его. Вперед! Вперед! Я не понимаю. Ну хорошо, это просто плот. Ну, кстати, он выглядит как Харон с этим фонариком. Канализация. Мне нужно как-то продлить действие дефлюксора, потому что очень быстро перегревается, и с этим могут быть проблемы. Канализация. Въезд в канализацию у нас. Давайте я сходу. Тут у нас два воспоминания будет. Пытаемся их не провтыкать, пожалуйста. Я могу ходить, могу ходить. Могу с ним поговорить, но мне это вроде пока что не надо. Остановиться мы тут нигде не можем. Ну, вроде как, насколько я понял, тут нету каких-то таких особых подстав от разработчиков, что вот нужно быстро где-то что-то на скорости просканировать. Ну, по крайней мере, пока что такого не было. Все места были спокойные для того, чтобы можно было понамедитировать. Ох ты ж, ё, какая красота. То есть это настолько плохо, что даже хорошо. Вот когда в тотальной разрухе ты можешь найти что-то по-своему очаровательное и прекрасное. Он поет или говорит? Я не вижу способа открыть эти ворота. Можешь взглянуть с другой стороны? Ну, видимо, же придется же, да? Так, вон вижу, да. Вон вижу, да. Но я также вижу, что здесь можно что-то пошариться сделать. Или это просто обходной путь такой длинный? Это яйца? Я назад могу? А, фиг. Остужаем. Все, хорошо. Нормально справились. Если мы хотим добраться... Да, я знаю. Я не то собирался. Я хотел фонарик выключить. Ну ладно. Опа! Я просто уверен, что они бы вылупились. Очень странно, что я тут ничего не нашел. Не то чтобы странно, было бы, наверное, странно, если бы я прям тут что-то... Хотя, ну ладно, не будем делать никаких быстрых выводов. Да я понимаю, как мне... Кстати, офигенно выглядит все. Можно мне туда, пожалуйста? Ну, вот это явно выворачено. Да, вот это явно выглядит активным. Поэтому мне придется туда там бегать. Вон сверху. Что-то зеленое, тут внизу что-то красное. Вот оттуда мне придется что-то, наверное. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть. Я уже вижу этих, да, красноглазых. Красноглазые. Что, прям вот так?
А, ну ясно. Вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Пожалуй, с тобой соглашусь. Подожди. Туда я не могу. Я туда не могу перепрыгнуть на другую сторону. Я не могу пойти с тобой, но я не перестану искать выход. Зара и Клементина, когда найдешь их, расскажи им, каким храбрым я был. Подожди, я понимаю, что это сейчас очень жестоко, но мы можем как-то перед тем, как я уйду, я могу тут немножечко поисследовать. Блин, прости, дружище, что тебе приходится это держать, что вот я вот такой вот эгоист. Не надо, не торопите меня. Черт. Тут офигеть, как стрёмно. Я почему-то сейчас очень резко вспомнил Alien Isolation, там где люди вот так вот в слизи висели, тут эти вот роботы. О! Могу запрыгнуть? Могу. Но мне явно туда. А туда я спрыгнуть не могу, да? Да, хорошо. Смотрите. Андроиды висят. Погоди, я запрыгнуть тут нигде не могу. Я так понимаю, что маленькие — это еще недозревшие яйца, да? А большие — это дозревшие. Да. Стой, что это было? Лучше буду сразу их зачищать. Они за стенкой на... Теперь я не уверен, где главный. Так, здесь воспоминания. Канализационная система. Да, теперь я вспомнил. Чистой воды было мало. Снабжение города осуществлялось с помощью огромных машин, копавших глубоко в землю. И как и все остальное, ее берегли, чтобы помочь людям во время засухи. Ученый показал мне схему резервуаров для воды. Они огромные, могут вместить все целое здание. Так, ну вроде мы правильно двигаемся.
Они в стенке. Ох, тут еще один бедолага, видите? Ну, нам вот сюда. Вот это прыжок веры, блин. Я думаю, на перила полечу. Ага, нам скорее всего туда. А там тогда что? А туда я и не попаду, скорее всего. То есть прыжки-то у меня намагничены. Вот очередной раз понимаю, почему прыжки намагничены. Потому что если бы я куда-то случайно бы свалился, игра бы задолбалась меня спасать. Да? Ну хорошо. Сохранение прошло. Нет. Последний таракашка такой остался, подбежал. Хорошо. Первым залпом открываем, вторым залпом взрываем. Прикиньте, оно бы меня одно загрызло. Не перегреваем. Там из-за дыма, кстати, не видно ничего. Чуть-чуть не досмотрели. Хорошо. Потихоньку будем уничтожать, я никуда не гонюсь. Никуда не тороплюсь, наверное. Мне нужно безопасно. Хорошо. Он бежит такой, как киселек. Минус. Я всех зачищу. Мне пофиг, я хочу безопасности. Чуть не съел меня, тварь. Серьезно, один накидывается и все. О, последнее. Фу, есть. Сохранение, кстати, прошло, когда я всех зачистил. Это, видимо, вот эту дверь мне откроет. Если это то, что я думаю. Нет, кстати, это не то, что я думаю. Я думал, это пульт управления какой-то. Окей, а что я должен тогда... Желтая. Так, хорошо, я их всех убил, да? А, вот для чего, тьфу ты. В принципе, нормально.
туда мне не надо. Там какие-то кишки. А, я даже пройти по этим кишкам не могу. В принципе, и ладно, я не особо-то и хотел. До свидания. Главное их кучненько собрать, потому что у меня мало времени на лампочки. Что это за Resident Evil, блин? Вы не офигели? Ну это же реально Resident Evil. Они будут продолжать на меня типа насылать эту фигню? Главное не перегреться сейчас. Не перегреваем. Все, ну чпуньк с таким звуком лопается. Ага, не-не-не-не-не-не-не. Идем сюда, ребят. Я не буду одновременно и вскрывать яйца, и убивать их. Хорошо, меня устраивает. Хорошо. Ага. Сзади, спереди, сзади. Ну, спереди, в смысле. Нифига, вообще нифига. Чпоньк. Так, ладно, я, наверное... Я сейчас думаю о том, что, наверное, стоило бы пройти эту локацию, да уже... Ну, нет, не всю локацию, канализацию, а вот как-то до сохранения дойти. Мы будем заканчивать. Хорошо. Неплохо. Их можно и спаункемпить тоже. Но вот эти глаза, это, конечно, я не знаю, откуда это и что это. Но тут наши полномочия, все. Хорошо, по крайней мере, мы с ними с вами разобрались. Нормально. Мне нравится, что механика такая, а не то, что мне приходилось бы бегать от зарядки до зарядки. То, что он сам регенерирует потихонечку, и нужно просто выжидать правильное время. Вот эти глаза я выжигать не могу, кстати, да. Одно большое яйцо, его можно разбить, вот сразу разбить и сразу это. Интересная локация такая. Мне туда не пройти. Вот сохранение прошло.
Знаете, ребята, да, давайте на этом моменте мы и будем заканчивать. Сейчас у нас вот 7 секунд назад сохранение. Мы уже отсюда потом пойдем внутрь, будем... Там, наверное, будет у нас или сражение, или еще что-то. Будем искать второе воспоминание, будем пытаться пройти ту локацию до конца. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.